Электронные сигареты в Беларуси приравняют к обычным. Это предусмотрено декретом номер 2. Изменения сегодня прокомментировали специалисты. После вступления документа в силу через полгода электронные системы курения также нельзя будет увидеть на витринах. Продажа по требованию и через специальные отделы. Из названий магазинов исчезнут слова, созвучные табаку сигаретам. Курить запретят на детских площадках и даже в автомобилях, если в них находятся дети до 14 лет. Дополнительные ограничения, предусмотренные декретом, будут вводиться в течение нескольких лет. С 1 января 2020 года продавать в крупных торговых объектах табачные изделия только через специализированные отделы. А с 1 января 2022 года установлен запрет на продажу табачных изделий из оборудования, расположенного над кассами. Чтобы убрать их из основного потока потребителей, чтобы табачные изделия не приобретались интуитивно. По статистике, в Беларуси курят 3 человека из 10. Вредная привычка, по данным Минздрава, провоцирует до 15 тысяч смертей ежегодно.